Я сразу перехотел сову играть нахуй. Ну ж каким-то фуриком. Ты думаешь, эрдру не поднимают их? Я ебу нахуй. Честно, ебал эти кинетики, блядь. А то мне это там... ДТО с начальными ругается. Можете привет там передавать кому-нибудь родным, там, блядь, стрим запустил, ну, в смысле, запись запустил. Потом передаю привет маме, папе, Кеше, Нейкар, Татай, всем привет. Амир тоже кул, брат. А где это можно посмотреть? На ютубе, ебать. На первом канале? О, на первом канале? Ой-ой-ой, я знаю. Мам, меня сейчас по телеку покажут. Вот когда вам будет 90... Передача их разыскивает, он тебя покажет по телеку. А что там уже все, да? Когда вам будет 90 лет, блядь, в 2100 году, нахуй, будете, блядь, будет на туре на первом канале смотреть. Ага, блядь, будете вот так коленки трястись, еще голова вот так право-лево, нахуй. С костылями будете ходить смотреть на первом канале. Ага, вот это канал Войда, нахуй. Ему 90 лет этому каналу, вот смотрите, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой. И там, блядь, ваше интервью, блядь. Вот мой любимый стример. Я люблю смотреть стримы Войда. Опять это распространение педофилии, блядь. Признание любви Войда, блядь. Войду, точнее. Кто-нибудь знает такой сайт, как Gadget.ru? Просто вопрос у него. Doiki.com? Не, я просто сейчас ввел свой ник... Я свой никнейм сейчас ввел, я... Серва, я тебе, скорее всего, на этого босса поменяю. Ты на Синдру понял. Алло, мне показывают попытки. Кстати, да, 40 из 50. Сорок раз выпадаться на профессии получается. Это на инст или на босса? На инст. Они ж начинают считаться, по-моему, после сурка, я так понимаю, вроде. Да, первый квартал закрывается, потом начинают считаться, типа, пульки. А, лезет не в счет, получается. Повезло, повезло. Лезет не в счет. По-моему, на квартальных они считаются только. Разве? По-моему, нет. Да, да. Проф, Лана, Синдрилич. 8 пулов мы на профи сделали, 7 точнее. На лане мы со второго. Где еще одна попытка? Корабли? Гнилой, наверное, или корабли? Два тухлопуза. Сколько это гниломорта? Хуй его знает, как он считается. 6 принцы. У меня по миликам раз, два... 2, 3, 4, 5, 6. Сейчас. 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 Как это залетели какого-то? Любому
Где этот конь? 20 минут. Где Мирай? Нет его? Это... Нет. Пацаны, посоветуйте какой-нибудь фильм интересный про адвоката. Только не адвокат дьявола, еще какой-нибудь интересный. Лжец, 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 еще раз. Звоните Солу. Телефон на будь, смотрим. Войт, смотрел фильм с этим? Роберт Дауни-младший. Он там адвоката играет. Оправдывает своего батю. А есть еще такая хуйня «Законопослушный гражданин». Там тоже... Да, гражданина смотрел. Давай я сейчас список сейчас открою, секунду, блокнот. Адвокат. Сериал «Звоните Солу» посмотреть можешь тоже, хороший. Он адвокат. Линкольн для адвоката. Так, давайте еще раз. «Звоните Солу», дальше перечисляйте. Как там было? Нет, Барбарос, было раньше. Сейчас я тебе название скину. Сейчас, блядь, эти придут, потом тебя еще ждать. Некрасиво. Я книжку прочитал просто. Нет, как он называется? Гарднер какой-то, блядь. Про адвоката Перри Мейсона. После профа можешь сказать. Вот, да. Запиши. Судья называется. Пиздатый. Сериал есть. Доктор Хэрроу. Смотри. Смотри, невидимый гость. Гостя классный. Смотрел, гостя смотрел. Гость классика. Чё, судья? Хорошо. «Звоните Солу», «Доктор Хэрроу», чё еще? А сколько у нас времени есть? Я успею там комп ребутнуть, что будет? С Дауни младшим, чё там было? Нет, ну комп может быстро, если релонишь, что успеешь. Я... Где этот кунка, блядь? Сука, вонючка маленькая, блядь. Короче, я комп ребутну, чтобы потом не лагать, на всякий случай. Так что там с младшим было, где-то он батю свою оправдывал? Что там было? Ну это и есть «Судья» называется. А. Это сериальчик, да, русский? Нет, это фильм. А русский сериальчик есть, типа «Ваш правосудие» или что-то такое. Недавно вышел. Зря кто был? Да не «Судья», просто. «Линкольн для адвоката» с МакКонахи. Ну ладно, сейчас запишу. Ну, «Адвокат дьявола» ты тоже смотрел, да? Да, «Адвокат дьявола» смотрел. Ну, в принципе, можно присмотреть, очень хороший фильм. Чё это ты загорелся? Зачем тебе про адвоката? Ну, чисто, ну, блядь, бывает, знаешь, что загорается, нахуй. То детектив, охота, то еще что-то. Вот. На детективах я наткнулся как-то на это, как он называется, может, кто смотрел, линейка такая, «Мистериум» называется. Вот там первые три фильма кайфовые, а вот четвертый выпустили какую-то парашу, там актеров сменили. Ну, там что-то Дания, блядь, и еще такие. Сериал будешь смотреть, если скажу? Ну давай. «Люцифер» смотри. Я смотрела, классный. «Люцифер» охуенный. Охуенный сериал, да, вообще прикольный. Да? А я начинал раз. Сезон пересмотреть последний тоже. Чем жаль, что он кончился. Я только на первом сезоне, так что не спойлерите. Бля, там с каждым сезоном все интереснее. Во всем виноват Врезки. Вот я начал смотреть три серии, мне не зашли. Стоит продолжать пытаться? Да, да, я очень долго. Я три раза его начинала смотреть и бросала серии на второй, на третий. А потом так привыкла вообще. Слабое. Ну ладно, посмотрим. Я также не смогла, знаете, что начать? Посоветуйте, да или нет? «Бумажный дом», все его смотрели. Я не могу, я раз пять начинала. Слабовато. Слабовато. Ну, можно посмотреть, но слабовато. А от Netflix смотришь что-то, нет? «Аркейн». «Аркейн», да, пыталась, Адель меня заставлял. Не зашло что-то мне. Не люблю эти мультики. А знаете, какой фильм смотрел? Там, короче, Уилл Смит играл, и там вроде какие-то люди и орки были. Ну, где-то там в Америке, блядь. Не помню, да, классный. Не помню, как он назывался. Ну, ничего такого. Дешевый фильм. Ну, дешевый, ну, нетфликсовский тоже, блядь. Ну, ничего, я посмотрел. Ну, вроде пересматривать неохота, но актеры там ничего такие неплохие. «Варкрафт» назывался фильм, да? Не-не-не. Там какие-то с голубой кожей такие были типы, нахуй, типа орки. «Аватар». Не-не-не, где-то... Смурфики. Где-то в гетто там, понимаешь, такие, блядь. Кстати, мультик «Гетто» пиздатый вообще, пиздатый. Мультик «Гетто»? Да. У нас есть район такой. Такой. Фильм называется «Ярость», если что.
про орка синего. А нахуя мы Кунку ждем? Может, с другим кому-нибудь кем-то потравим? Ну что за прикол? Чё ждать его 20 минут? Так-то да. Кунку ДПСер. Да блять. Похуй, мне лучше РДД Крит взять. Не РДД Крит. Начну терва выйти, пока все стоим. Пойдем, да. Поставить рыбу? И тебе пока кип. Поставил рыбу, короче. Какой пиздец мелкий. Фонарь, выпусти его с под стола, блин. Мохнатого этого маленького пиздюка. Он скоро должен прийти. По идее. Ну как придет, так придет. Полчаса уже прошло. Может быть после этого трая. Не знаю. А, после этого убийства. Первый раз. Вот вам крест. Вот вам трусы. Но на перифазе, когда начинается перифаза, смотрим, на какой у вас дыма вкидается. Либо зеленая колба, либо красная. Там, где принадлежность РД, премиум, ваш випка и так далее. И дыма в целка. Там будет колбочка, либо зеленая, либо красная. С красной около креста тусуетесь, зеленые все становитесь туда в угол в трусы. Зеленые колба играют по зеленому слизню, с красным играют по красному. Один слизень умирает, значит все добивают последнего, который остался. На кого красный кидается, вокруг вот этого кружка бегаем, который в центре. Далеко не убегайте, потому что хилы могут не вести. Все, в принципе. Остальное стойте в куче, потом тихенько. РТД держитесь дружненько. Чтоб чума как на Америке, то же самое. Одну секундочку, я отдам на самом деле. Мы могут забрать босса. Щука, ты вынес усмиряющий выстрел? На панель. А, отвлекающий или какой там? Ой, фу ты, блядь, усмиряющий, да, отвлекающий точнее. Когда скажу, на третьей фазе нужно будет его нажимать, чтобы босса забрать, чтобы забрать тесто. И бланш тоже там, смотри, нажимай нормально. Барбарос. Что, реально пошел? Молодец, блядь. Ничего не скажу, реально молодец. Сказал же, никуда не уходи. У кого огненный зев есть, куплю. Барбарос, алло. Ясно. Кто там на замене? Блять, бесит нахуй. Еще одно ПК нахуй, кто не напишет. Сразу, сука, по пол ЕП срежу. Отвечаю нахуй вам. Блять, прям пару всех после зачем. Ты не бесись, Кирилл. А он еще не вылетел, да? Ну. На самом деле, минус 300 ИП не так обидно, как плюс 300 ГП. Вот там вот прям очень больно. В натуре, блядь. Сентября был ГП. Блядь. 300 ГП это очень хуя. Ну, неделя, точно нет. Ничего не рольнешь. Ну, не 300 будет сотка. Стандартный штраф. Немало, полчаса нахуй уже прошло, РТ. Уже эта хуйня максимально калит и бесит.
уёбки, блядь. Ты сломанишься или нет? Блядь, да я сокеты-то куплю нахуй. Чё, я без чарок, без сокетов пойду? Заебись, ты придумал. Ага. Один мулат рептих запрятал в книгу. Да, контрабанда это ремесло. Слушай, я вообще пойду, бля, по чили на варе лучше там. Некультурно. А откуда этот стих? Я пальцы сжал в кармане в виде фиги, на всякий случай, чтоб пронесло. Арабам нынче на войну Европу поприжали, а мы в шестидневную войну их очень поддержали. Они к нам ездят неспроста, задумайтесь об этом. Привозят нашего Христа на встречу с Магометом. Ты лучше матерные стишки рассказывай. Нахуй нам? Контент делает на ютубе. Да нет, это прикольно. Вы что, зайчик? Да, стоит, закройте ебало. Стоишь просто на РНЖ, когда я тебе скажу нажать эту хуйню, ты нажимаешь, просто я забираю. Все. Масло в фласке, пейте быстрее. Арчену полному. Блять, рыбу пропал. Знаешь, рыбу. На исходной стали. Все, давай еще. 5 минут мута еще. Ладно. 3, 2, 1. И не все отключили. Ну, похуй. Смотрите на бэк. Подрёв нам 5. Не хватает, плюнул только что. Или ты погоняйся быстрее, уже он даст. Нет, смотрим. Нормально. Боже, вы не перезвёны. Это просто стоит. Люди долго не стоите. Красный лайк. РБД по красным поехал. Ну, тоже так. Ладно, бегай. Слушай, вышли. Ну не убегай так далеко, пожалуйста. Профи, блядь. Я так долго прачка, блядь. Готовьтесь бежать зеленым дебафом трусы с красным квест. Быстрее. Быстрее. Да, ебан. Залились лизнички. Плевать нечем. Маски хлопаем. У нас есть холи прист. Красного добили быстрее. Отбежали к нему и красного добили. Пельмени отошли. Сейчас еще одни пельмени полетят. Бой, дай бар порисим. Еще одни пельмени отошли. Милики въебало, сейчас колба будет. Рибаф налипал. Прохил, колбы отошли. Тену будем бэрить? Кого? Пристен еще сдох. Сука, вагон нахуй. Че ты пельмень ловишь? Да, бэйр. Мася, бэйр, дай быстрее. Пельмени. Пельмени отошли.
Ребафните кристалл. Зеленым поехал. После зеленого Рит Петен. Давай Дима и Петен стакивай. Пельмени отошли. Арислин, ну куда ты в колбы бежишь? Ты что там, блядь, под шишками или что нахуй? Сколько, блядь, можно нахуй? Не видишь, куда бежишь или что, блядь? Заебатый изём, нахуй, серый БР. На вас, блядь, БРов не напасёшься, вагоны, блядь, красного бейте. Милики, блядь, сейчас колбы будут, идите красного тут убейте. Пельмени аккуратно. Добили быстрее красного. Лужи выпивают, блядь. Они только что разлились. О, должны быть выпиты. Ты не командуй, тихо там. Ребахните, Павла. По зеленому поехали. Пельмени отошли. Дальше тропа. Еще новые пельмени будут. После коста сразу. Пельмени отошли. РДД по красному. Я знаю. Все, милики красного сыграли, я тоже что буду. Все, пельмени будут. Пельмени отошли. Зеленый МПС. Что ДПС очень мало. Вы не дамажите нахуй. Я не знаю, то ли в этом пельмени по КД ловите, то ли что нахуй. Я не понимаю просто это. Красавчики. В луже сдохли, падайте. У всех там 3 ФПС, блядь, на профи. Дашь масрез? Подскажите, а где отключается эта спамилка в белый чат? Да, кстати, все отключите. ДБМ, чумодель не открывай. Сейчас, секунду. А вообще можно где-то отключить полностью? Чего тебе надо именно? Облачки эти, блядь? Да. Чтобы в белый чат не писала хуйню. Ну, ДБМ чем отдельно, и там смотри на чему. Профессор. Отдельно. Профессор, и там найдешь. Так, щука. Да не, я понял. А вообще отключить можно эту функцию? Ну, наверное. На совсем. Можно... Блять, где это? Настройки. Настройки, сейчас скажу. Так, общие сообщения. Наверное, в общих. Пусть знает. Нет, не то, я уже смотрел тут все. Ой, блин, я вот сегодня отключалась, сейчас открою. Ну не предупреждение, а хуй знает. Если открою настройки, почему-то не открывает. А вот. Это в криках. Но это чисто на профи, это хуйня. Ну отключай, чтоб сам не спамил. На профи найди чуму.
Без этих да. Там черепок. Ну и кричать, когда на вас бежу, ребята, шаман. Да, понятно. А как вообще отключить, я спрашиваю? Чтобы на всех боссах не писал. Щелкай спрессии, пока на замену. Алконфел, у тебя там что случилось? Есть смысл вообще тебя держать в рейде? Ну, ты даешь как танк ДП. Предупреждение для цели, объявлять цели заклинания, безудержная чума. Вот это вот, наверное. Я не могу вынзайти, я не знаю. Да это-то понятно. Он имеет в виду вообще отключить. Не вышли еще. Ну, вот, еще. Выключи ДБМ и все. И... Нормальная тема, кстати. Все равно он здесь ничего не анонсит. Бесполезно. Так, пока вас кикнем. ЦРЛ как ДБМ работает. Опенфил. Прием. Да-да, меня слышно? Рыба под шкафом. Ну. Меня выкинуло второй раз. Ну не знаю, попробуешь еще раз подамажить. Но я большинство в слизи не дамажил. Поэтому ДПС сбивался. 30 секунд. Попробуйте в общении, интерфейс общения, сообщение в облачках, может быть, действительно не будет спамиться. Ну да, типа вообще не будет никаких сообщений. Вот эти ебать шкаф не будет. Потом врубить. Сломал кнопку, сломал на компьютере. И че пока стоит? Я хуею, блядь. Я лагать так и не перестал. Рыба хавать. Вапка рыба быстрее. Сейчас, если буду дальше лагать, я просто ДМВ отключу и все. Только объявляйте нормально, там, за 5 секунд. Нет, помолчи, пожалуйста, и следи за боссом, и следи за собой, а не за стримом. Давай, очки ты Барбарос, портал не поставил, я не поставил. Я службу принял, мы выпьем. Красным поехал, боссов столько не убьем. Все красные теперь. Никто босса не бьет, еще раз повторяю. Сыграли по красным. Постоянно не надо так далеко убегать. Служи вышли. Переводим в проб. Готовьтесь сбивать. Смотрим на ком кого дебаф, бежим либо в лево, либо красными. Побежали быстрее. Избавлено. И на следующий раз купол, да? Понял. Переплюну в красную. Времени отошли с трусов. Пусть плюю быстрее. Бог полетел. Но Фелиция, ёбаный ты вагон, блять! Пельмени отошли.
Ридик и Барбарос, алё, нахуй, пиво, блядь. Колба сейчас будет миленький, аккуратно. Мася, БР пофилить быстрее. Но ты встанешь там или нет? Ясно. Замена, да. Пельмени. По зеленому поехали. До сих пор лужа, я не понимаю, или что-нибудь. Это новое. Нормально все. Пельмени. Или ты эскейт нажал просто. Да, я встал в лужу, красава. Ой, да, блядь. Давайте, по Фелиции. Да, давай. Красно, поехали. Разворачивайся, Барбарос, не надо так далеко убегать, до тех хилы там потом не достанут. Пельмени летят аккуратно. Пельмени аккуратно, РДД пошли. Очень долго красный бьет, вообще долго слизни бьет. Зеленый бьет. Сейчас пельмени будут. Пельмени отошли. Лужи кинулось. Мола, еще один. Надо давать даун. РДБР. Рид, поставь ТТМ. Юля гимна, мы на быстрее. Пельмени отошли, красного свечного сердца добьем. РДД по красному. Ой, миленький сидит. Ну не стойте в луже, ребят, ну блять. Почему вы не прохилили сейчас паладина, объясните мне? Пельмени отошли. В чем проблема? Вы, может, начнете на кнопки нажимать, или мне минусовать побольше по косаря 2? Пельмени. Опять можно. А чего вы дохнете, не могу понять. Блядь, ты давай нормально разговаривай, нахуй. Нет, так нет, иди, блядь, короче. Ну, не беси, нахуй. Вот реально уже просто это бесит. Вот это вот пиво ебаное, еще вот эти вы ебаные ваши. Падайте. Сбеги, сиди с пальтик углу. А все. Есть там. Сидеть тут вайпаться, блядь, по каждой перефазе, нахуй, за пельмени, блядь. КД нарез, смотри аккуратно там. Бля. Пошли, бежим, хули лежать. Время. Че он согрелся это на меня? Хуёвый ты. Так он в ВВЭДе был. Сейчас я стрим гляну, посмотрю нахуй, что там вообще происходит, блядь. Доброй охоты.
Как поднять FPS, пацаны, блядь? Зенку вырубить. Ну, есть там один способ через вулкан запускать, но это пробный вариант. Ну, тоже. Я не знаю, я не тестил, я не скажу ничего за это. Некоторым поднимал FPS. Что такое вулкан? Ну, это не на РТ. Вулкан это вместо DirectX, она более такая хорошая платформа. Ну, не платформа, а движок. Или не движок, как он, блядь, правильно называется, я же забыл. Ты имеешь в виду запись, которая? Нет, нет. Так, объясните мне, РДД, а что это за, блядь, шеренга, нахуй, почета, блядь? Вам еще коврик, нахуй, расстелить, блядь? И пройтись, нахуй, кому-то одному. Что это за хуйня, блядь? Вы можете нормально стоять в одном кемпе, а не вот эта вот хуйня? Вы, блядь, стоите от стены, нахуй, до, блядь, почти красного слизня, блядь, вот так вот, нахуй, в шеренгу. Это нормально или что? Это пельмень, блядь, тихо, блядь. Один пельмень летит сюда, второй вот сюда, блядь, третий хуй пойми, блядь. Куда-то вот тут около трусов между печенькой, блядь. Хорошо, что это за хуйня, блядь? Разбежались лужи, вернулись в один кемп, нахуй. Ну, в чем проблема? Что вы как ебланы, блядь, разбегаетесь, Кирилл, в разные стороны? Кирилл, а в какой кемп, если у нас всего одна метка стоит? Ну, типа, окей, как определить, блядь, вот вам вторая, окей, нахуй. Вот вам вторая, блядь, Ром. Если тут лужа, блядь, вот вам третья, ну, нахуй. Вот, полумесяц, да, блядь. Так теперь это можно требовать какой-то хуйни, а так, блядь, ну, типа... Того, догадаться? Блядь, Швепс, давай ты мне сейчас не будешь вот эту вот хуйню говорить. Вы стоите все, блядь, в шеренгу, нахуй. Это нормально ты считаешь или что? Я только что пересмотрел стрим, блядь. Короче, по умолчанию, стоим в печеньке, если в печеньке лужа, стоим в ромбе, если лужа в печеньке, в ромбе, стоим в этой, в луне, правильно? В полном месяце, да. Ну все. Что фонарь? Да не, не надо. Не надо. Еще раз так я напомню. А, стой, рыба. Ну окей, блин, блин, похуй. В этом вся и проблема. Все, давай, что-то поехали. Ужас. На второй фазе, блядь, безобидный вайфон, все это пиздец просто, ну. Как в обычке, блядь, ничего нового. Да, лужи кинет, лужи кинет, видите, лужи кинет. Красного стирали. Что босс попал на них, не убью. Смотрим на дебаф. Бежим вместе. Красный крест, зеленый струс, и быстрее. Боссом побежал. На лайсбаум.
Отходите красную, добивайте красную. Пельмени отошли, ушли с трусов, быстрее, ушли. Да ебаный ты, сука. Пельмени отошли. Колба сейчас будет минить. Маси, да, и БР по блэкищу. Колба отошли. Давай ребахнули мага. Пельмени отошли. Зеленый собирали. Плюнул. Ой, после слизни даже бар пофилится, только не в лужу. Лужа вышли. Давай, БР. Пельмени отошли. Блять, ну... Падать. Да, блядь, неудачно, нахуй. Чума, что ли? Нет, не чума, автоатак. Мутация. Ща протанчу. Миллисекунд не успел докастовать в тебя. Пипец, он не успел съесть, он не хотел. Есть тут у кого? А, есть. Он сейчас агрится по приколу. Да не должен. Духи, кстати, летят. Они долетят до него? Нет, уже дух. Он у меня показывает. Либо стоит зерц. Там пойдите шкаф ебаните. Че, давай шкаф. Барбарос тут? Нет, не тут. Пиздец. Вылетел, да? Клиент говорит, устарел, но вроде выкинуть не должно, надписи нету, но пишет толстый. Обнови. Тикать не надо. Не сводить? Или что, мегащуку? Цумон был. Пришел? Все, да. Рыбу хавай быстрее, фума в корень.
Будет нормальный пул сегодня? Будете играть или вы так под пиво нахуй сегодня? На каждом пельмени по одному доху будет, либо по два. У меня кофе есть. Да типа с намеком, что ты уже сытый. Давай еще. Кулак по ханту дайте. Дайте кулак по ханту. Паладину. Паладины, возьмите баф, либо я вам сейчас 7 минусану. Мне не надо, я вабами, я уже не смогу. РДД по красным. Профа, стоп, мне не лечь. Уже. Переводим. Зеленый добав на трусы с красным крест быстрее. Мне нечего убивать. Мать, дает вот по бане. Гим дал на хп. Добивать быстрее. Пельмени отошли, пельмени отошли быстрее. Сейчас еще одни пельмени будут. Пельмени отошли. Милики под лицо встали, сейчас будут колбы. Колбы. Пельмени сейчас полетят, поставь сразу. Пельмени. Зеленый выходит. Зеленым так. Блять, великий колбы в РДД зон на месте. Луду вышли. Прохил рейд. Аккуратно там колбы. Чуть дальше от стены. Не подходите к ним. Пельмени. Юля, гимна манорит тотем. Красный вылез, РДД играем. Лужа выпьет. И пельмени сейчас плюсся. Полба отводит. Кунка на тебе. Пельмени отводит. Пельмени летят. Полба аккуратно. Пельмени отошли. По зеленому пальцу. Лужи там аккуратно. Балуй паун.
Пельмени еще прицел. Пельмени отошли. Лужи выпьем. РДД красным бьем. Поли. Сейчас пельмени прицел скоро. Колба я должен, милик по красным. Пельмени. Боже, брат мили. В РДД-зону, быстрее, в РДД-зону, пошли все, быстро, блядь. Пельмени отошли. Продаем? Да, блядь. Да, да, уходите от него. Мафия БР у него. И серая машина. Прохил. Масти, ты дашь БР? Красный играть. Все, милики тоже красный играть. Рибахните креста. Пельмени отошли. Лужно, аккуратно. Мили. Три процента. Восемь. Нормально бейте. Я скажу, когда что-то. Бейте зеленое. По зеленому собирали. Пельмени отошли. Нормально успеет откинуть. И сразу переводить. Пол бы были. Перевозьте быстрее. Перевозим быстрее. Блять, колба не успеет пропасть. Аккуратно, блять. Заходите со стороны в дальнюю. Ну, блять, куда ты, блэки, через колбы? Ну, я же сказал... Господи, Иисусе, блять. Смотрю в монитор, вижу, нихуя, блять. Прямо в колбу, блять. Че, Геру, нет? Геру, давайте. БР есть, два штуки, нормально. Прохил рейф. Добили быстрее красный. Серый БР по Фелиции, этот войт по Блэкичу. Ресли нужен от пельменя, да? Ой, блядь. Бланш забери босса. Бланш, сука. Спасибо. Только чё он не там объяснит, блядь? Ты сам не понимаешь. Асус умер. Не, это ебаное шоу инвалидов, нахуй. Что, где, когда, блядь. Ну, это пиздец вообще, нахуй. Фонари забери. Бланш забери. Ну нахуя ты фонарь раньше времени забрал? Господи, блядь. Инасол забери. Ну красава, привычка нахуй. Пельмени отошли. Инасол, нахуй, не надо, стоим АФК, не забираем. Бланш забери. Ран сейчас. Забери фонарь. Сейчас только что так же было, сейчас не мог забрать. Инасол забери или щука, кто-нибудь. Заберите босса сейчас. Забирай фонарь. Забери этот инсол или щука опять. Щука, блядь, нажми кнопку. Щука, ебаная щука, нахуй. Да пизду вас, ханты, нахуй. Идите, блядь, нахуй, просто, блядь. Вы, сука, не можете одну кнопку нажать, блядь. Нахуй вы играете вообще, блядь.
Начало фазы, блядь, дохните нахуй. Блэки, сука, говорю, блядь, озвучил. Колбы нахуй рядом, обойдите со стороны, блядь, со стены. На ботах нахуй, через колбы прямо, блядь. Блядь, сука, вот я сейчас зайду на ханта, блядь. Если у меня, сука, с первого раза будет все нажиматься, нахуй, и все нормально, блядь. Я вам, блядь, сука, минусану фул ЕП, нахуй. Будешь мне, блядь, рассказывать сказки, блядь. Хорошо, потанчите, босса, я зайду. Потанчите, босса, я заберу. Давай. Только мне нельзя, наверное, СЛА. Блядь. Я так-то могу. Мне просто вопрос. Я вот не знаю, ну, типа... Если диминишинг на таунт, но точно знаю, что вот когда стрела это летит до профа, есть время какое-то там. Ну, может, оно меньше секунды. Вот это стрела. Заебал орать, нахуй. Вы меня заебали, нахуй, блять, хуйней заниматься. Вот где уже можно было давно убить, нахуй. Три ханта, блять, сука, не могут забрать этого ебаного профа, нахуй. Кстати. Если у инесола получается, блять, у остальных нихуя не получается. Есть диминишинг на таунт, да, существует такая хуйня. Ну, отвлекающий выстрел тоже диминишится. Да, ну вот я... Смотри, диминишинг на таунт там, блядь, сколько по времени? 5 секунд? 16 секунд. Почему не может быть такого. Почему ему быть 5? Ну я не знаю насчет сколько, но как может быть 16 секунд, если, блядь, вот смотри, мы, сколько я вот, блядь, играю, вот, допустим, на том же ребре, чтоб набирали агро в начале, когда мы били без напулов, мы давали таунты по КД. Там ну, с размером где-то может 5 секунд. 5. Может быть 5. Ну, я, блядь, что за хуйня? Как чума это называется, которую на танка? Мутировавшая, да, чума? Или как? На танка, который... Да, вот третья фаза. Сука, оно мне не объявляется, нахуй, говно, блядь. А что надо сделать? Че я ору, блядь? Потому что заебало уже реально, нахуй. Сидеть вайпаться, блядь. Пельмени, нахуй, ловите всю эту хуйню, блядь. В колбы забегать нахуй. Нихуя не вижу, блядь, еще обижаются нахуй. Масло. Хорошо, Чука, ты, блядь, ты потанчишь на моем ДК? Я зайду на твой аккаунт. Да не затанчи. Я вообще на локе нахуй сидел. Не, не затанчи, ты че? Просто заебало уже эта хуйня на. Ну пускай кто там, блядь, этот... Как он называется? И на соул первый начинает, а потом отбежит, допустим, чувава куда-то, ну, за 30 метров, чтобы также эффект был, чтобы вы успели забрать. И просто с ренджа стаунтит, там, 3-4 стака заберет, да потом добьем. Смотри, вчера, когда мы точно так же отвлекающим забирали, все нормально было. Сейчас вот, ну, инсайн. Я прожимал 3 раза, нихера, блядь, он ни разу не забрался. Я на фазе стою, тупо жду, чтобы прожать отвлекающим. Ну, значит, блядь, кто-то еще нажал, кроме тебя, эту хуйню. Поэтому у тебя не нажалось, ну, понимаешь? Я называю ник конкретно, блядь, и того человека, который нажимает. А не все подряд. Не, я только когда ты говоришь, начинаю нажимать. Блин, хуй, на перефазе сразу минус люди, блин. Кто там еще, блядь, был, я не помню. Мам. Ну, вот я торопилась. Рыбы нету, да? Так, еще перерыв. Идут, наверное, поставят. Бухаем. Я, Юля, наливай. ДБМ старый поставил, с ним, наверное, почти вообще 5 FPS, блядь, пиздец. Я не знаю, у меня так и не перестал лагать. Единственный босс, но где у меня лагает. Смотри. Единственный. Юля, вот. Пиво. Ты нашел старый. Масло Глокозям, блин? Старый, дело-то не старый, новый. Я, кстати, поняла. Сегодня я поняла, из-за чего у меня лагает. Как только выходят слизни, любой, неважно, красный, зеленый, все, у меня пиздец начинается. Слизней нет, все нормально. Я хуй знаю, с чем это связано. Дай гильдман какой-то, блин. У меня тоже не лагает. Нормальный у меня комп. Интернет заебательский. Впервые вообще лагаю. Комп под пивом.
Тиан брезгливо, слизи не любит. Я не знаю. Похуй, я уже придрочилась лагами. Заебашь его. Во, комп? Да. С ноги просто, нахуй. Как по старинке, нахуй. Вау, у тебя так сильно трансмог отличается на присте от паладина. Что там у тебя? Смотри, какой... На паладине голубой платье, здесь красное. Смотри, какой... А, это я думал, это один и тот же персонаж, если думал, цвет платья сменил, думаю, хера. Блядь, не шаришь. Под на каждое РТ свое платье, типа, два раза в одном не хочу показывать на них. Нихуя. Мне знаешь, что нравится, как вот это вот на этой эльфийкой подпрыгивает, вот так вообще кайфово. А, ко мне, когда стоит. Когда стоит, да, когда стоит, да. Да, это да. Смотрите, какой Войда трансмут, нормальный, да? Нормально. Ебать, ты можешь в сову прыгнуть, пожалуйста? Это ты такой трансмутил себе, или это тебя случайно такое? Да это, блядь, нихуя не трансмучит, сука. Сколько там еще перерыва осталось? Типа? Все, что одето, то и одето, хуй знает. Блядь, наплечники вообще огонь, просто. Да, пиздец. Веревка, веревка перетянута, какие-то куски. Это у Клокозябра, блядь, одета, как, не знаю, работница одного заведения. Я старался, мурки. Кто знает, как ППС ограничен? Хуй знает. Кунка, блядь, съеби. Не для тебя был. Ладно, у меня пристина есть. У меня что-то таймера не было, нахуй. У меня отключено почему-то было. Может, из-за того, что я сова, нахуй. Ну, в настройке ДБМ не было таймера на вот эту мутирующую чуму, блядь, на третьей фазе. Обычно она, блядь, ДБМ и показывается, нахуй. Ну, типа... А, я отключил, а у меня все равно орется на безудержную чуму. Да я не про эту, не про безумную, я про ту, которая мутирующая, которая на танка вешается стаки. Типа, чтобы отслеживать, за сколько секунд надо сказать челикам, чтобы они таунтили, блядь. Там же вообще похую, типа, кто заберет. Он на РНЖ этот стак повешает и все, дальше танк забирает. А у нас Мула охнулся. Или он писал? Ну, в 2018 году на Сирусе ввели диминишинг на таунт. Да, я ебал. А на Сирусе? Ну, блять, а мы на чем играем? Где еще? Я просто до этого вообще даже такое сочетание диминишинг на таунт не слышал. Ну, типа на Офе он был, и он отличается тем, что у него 5 уровней, а не 3, в отличие от контроля. А-а-а. Здесь тоже? Да. Нет. Кунка, да. Ты математик, Кунка? Да, я на отлично. Не, ну в смысле... Не в том плане, что математика, блядь, а на Уфе такой термин существовал. Те люди, которые прям каждую единичку ДПС высчитывают, их математиками называли. Ну, это пиздец, как я. Математик получается. Чё, за один стат готов убить нахуй. Блядь, меня еле уговорили чарку сделать на 15 ко всем характеристикам, потому что говнище. Чё, какая? Сыграть их хоть один клуб нормальный, что мы убили эту хуйню и дальше пойдем. Еще на синдре лагать, блядь.